Зарегистрированная 1 марта этого года партия «Новые люди» уже заявила о себе, в частности, в нашем регионе. Идеологическая составляющая и цели партии привлекают в состав тех, кто уже проявил себя как активный гражданин, и тех, кто готов делать еще больше. Партия «Новые люди» – это действительно новые люди, которые никогда еще не были в политике, но тем не менее имеют большой социальный багаж, руководят благотворительными проектами. В нашей партии учителя, врачи, казаки, военные, спортсмены, то есть все активные люди, которые своими проектами помогают простому населению. Непарламентским партиям для прохождения второго этапа необходимо собрать подписи. Для нашего региона не менее 4500. Новым людям удалось собрать более 26 тысяч подписей. Кандидаты партии лично ходили по квартирам, общались с людьми для того, чтобы наиболее острые для населения вопросы добавить в свою предвыборную программу. Так как я живу в Дашковой Песочне, еженедельно, наверное, чувствую выбросы сероводорода, экологической проблемы, считаю, одной из самых важных. Отметил я также, да, то, что хочу поменять жизнь района. Дороги, какими были 30 лет назад, такими во дворах и остались. Плюс еще количество автомобилей в нашем городе увеличивается. Увеличивается также во дворах. Люди паркуются на газонах. Детям негде играть. Детские площадки застыли на рубеже, наверное, создания 1960-х годов. То есть никакого приобщения молодежи к спорту, к активному образу жизни нету. Среди кандидатов партии те, кто знает проблемы изнутри и готов предложить решение того вопроса, в котором разбирается. Меня давно не устраивало, что происходит в системе образования, и я хотел поменять. Понять одному это сложно. Нашлись люди, которые думают так же, как я, видят те же самые трудности, проблемы. И мы решили, объединившись вместе, менять. Я первый раз иду в политику и вообще считал себя неполитичным человеком. Но действительно есть люди, партнеры, которые убедили меня, что важно самим идти и самим менять, чем ждать перемены от кого-то еще. Прием документов в ЦИК закончится сегодня в 18 часов. Для тех партий, которые не успеют, предвыборная гонка закончится. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».